Выставка физиотерапевтических приборов Филатомского приборного завода проходит в Караганде. С 14 по 17 ноября в аптеке номер 70 карагандинцы могут не только узнать больше о лечебных свойствах медицинских препаратов, но и приобрести приборы по заводским ценам. Подробности далее. Эти приборы можно использовать дома для лечения профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы, лор-болезни, геморроя, простатита, травм, ожогов и многих других заболеваний. Самые популярные аппараты – Алмак и Мавит. Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счет которого снимаются отеки, воспаления и боли. Аппарат Алмак-01 предназначен для лечения профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы. Аппарат Алмак-01 очень прост и удобен в применении. Применяется в ведущих клиниках Караганды и Карагандинской области. Другой популярный прибор – Мавит, предназначен для лечения хронического простатита. Аппарат Мавит предназначен для лечения профилактики мужской мочеполовой сферы, таких как хронический простатит, простатовезикулит, уретропростатит, аденома предстательной железы 1-2 стадии. Аппарат используется ведущими специалистами клиник Караганды и Карагандинской области. На дворе осень, сезон простуды и насморка. Однако среди аппаратов Филатомского приборного завода есть средства и от этих недугов. Аппарат «Фея» предназначен для лечения и профилактики заболеваний лор направления, таких как хронический гайморит, хронический тонзиллит, ангина. Аппарат очень просто удобен в применении, рекомендован детям с года. Примечательно, что все приборы продаются по заводским ценам. Выставка продлится с 14 по 17 ноября. Расположена она в аптеке номер 70 по проспекту Бухаржирау, дом 34. Получить интересующую информацию можно по телефону 42 34 43.